уже сейчас к нам идет к Иоаковиту. Заходите, заходите, не стесняйтесь, кто же там? Ничего я не пойму. Ты упала. Почему? Виновата, доктор, Ребка. Да? Она сидела в грядке крепко. Ничего себе, это Ребка. Да, история занятна. Но теперь мне все понятно. Мышка, ты здоровая. Ты пока не хворая. Просто летом-то, наверное, много ела. Ага. И, конечно, все, растолстела. Твои мышцы-то ослабли? Двигаются-то еле-еле, наверное, а? Чтобы здоровою остаться, надо, ребятки, чем заниматься? Зарядка. А еще надо... спортом заниматься. Вот, дорогуша, ты моя. Так. А знаете, что меня-то тревожит? Кто же им теперь поможет? А помогут им ребятки, да? Вытянуть им репку из грядки. Ничего себе! Ребятки, давайте. Вот репка-то знает. Раз, два, три, беги!
Ромку хорошо работает. Дары вручить, вот прими,
спасибо, зайчата. Ой, молодцы, вот это да, вот. Ой, какие благодарные. У нас богатый урожай, корзину яблок принимай. Ой, ребятки, ну даете, действительно какой урожай. Молодцы, спасибо вам большое. Настоящий. Ой, настоящий. Ну, спасибо, молодцы. Я этим вашим подарком угощу всех-всех-всех ребят. Ага, поделюсь с вами. Очень нам будет приятно, доктор Айболит. Пожалуйста, принимайте. Придете в группу и отведаете яблочек своих. Ага, Елены. Спасибо, доктор Айболит. А еще ребятки, давайте встанем на наш танец. Еще и танец у вас есть? Конечно. Радуйте меня. Какие замечательные. Да, умнички. Ну-ка, поздравили. Yeah.
за детки такие, а? Ну, действительно, за лето подросли, окрепли, умнички. Мы теперь, доктор Айболит, за лето вот окрепли, и болит никогда не будет. И не спасибо болейте. Вам, уважаемый доктор Айболит, за такие хорошие консультации, которые вы с нами провели. Спасибо, всегда, пожалуйста, приходите. Ребята, а наш праздник заканчивается. Все встали тихонечко, давайте попрощаемся с доктором Айболитом. Приходите в гости здоровые! Медведь еще подружки! И зайди мы все пошли спокойненько! Зайди мы спокойненько идем! Покажите себя. Ага, вот так, вставайте.